Всем привет, приветствую вас на своем канале. И сегодня хотел вам показать еще одни апартаменты в горах, как всегда. Вот таких 4 домика, в каждом размещается по 6 человек. Сейчас заходим внутрь, смотрите. Так, заходим внутрь. Домики вот так обделанные камнем внутри. Приятный запах дерева, полы деревянные, окошечко одно, другое, все тоже из дерева. Кровать двух тут, ну, короче, все вы видите, все из дерева. Опять же, запах дерева присутствует. Есть душ, туалет, все есть. И также на втором этаже еще тоже деревянные ступеньки без перила, правда. И на втором этаже вот так хорошо. 4 домика. Значит, стоимость 10 евро по человеку, может разместиться одновременно 24 человека, поэтому под видео будет ссылочка на эти горные домики. И, собственно, можете приехать, заказать, звоните, пишите. 10 евро с человеком в горах. Класс. Всем пока. Пишите в комментариях. Пожалуйста, пишите в комментариях. Вам благодарен. И ставьте лайки. Пока. Стоп, еще не переключайтесь. Еще здесь есть ресторан. Забыл включить свет. Ну, все здесь национальное, вкусное. Приезжайте, Комове, рядом. Ну и, конечно же, можно сходить здесь в горы. Опять же, на Комове. Очень красиво, живописно, тихо, мирно. Сейчас там болгарочкой пилит немножко, есть немножко. Ну, что делать? Надо расширяться, надо расширять бизнес, когда гости. Здесь все плаку и хорошо. Всем пока, на этом точно. До свидания, счастливо.